тундре, как всегда, на 1 апреля новые приколюхи. Вот, они это выдают все за реальные испытания боевых вертолетов и современной техники, но мне кажется, все это гон, и после 1 апреля не будет. Но подается все на серьезных щах. Конечно, самое интересное — это боевой вертолет. Посмотреть, как сделали физику, как он вообще там себя ведет на поле боя. Нажму, может кто-то вытащит. Но вряд ли. Пригорел. Конечно, все это больше напоминает армату. Вообще, если вводить современную технику, вертолеты, вот, то тут, конечно, было бы крайне глупо впихивать как-то. Было бы крайне глупо впихивать вот эти современные танки на там какой-то там 9 уровень, 10 уровень. Вот, реально просто люди не будут докачиваться до них. Сделать дополнительную ветку, то есть как дополнительную игру, открываешь раскладку, и там начинаются современные танки с низовых и уже до топовых. А так тут, блин, до 8 уровня докачаться просто, блин, надо, я не знаю, сколько пыхтеть в игре. Ой-ой-ой. Ну, отлично, тут мои помогли. Какие-то прям гоночные болиды.
Запускаем. Опа. Все-таки W он летит, хотя вниз как-то наклоняется. Да стоп, еще мышкой надо регулировать. Не, вправо вообще неудобная. Вправо отвратительная. И самое обидное, вот там зениточка, она меня ждет. Он, видать, в курсе, что... Вылетит оттуда вертолет, и не все готовы к такому управлению. А где она? Была же. Блин, а теперь одни ЗСУшки, нафиг они нужны? Ладно, возьмем тоже ЗСУ. Любимый вид техники моего друга. Ну, это был такой же нубас, как и я, и он, видать. Сам впилился. Я его сбил чисто номинально. Просто попал и мне засчитался как фраг. Так, а артиллерию кидать? Ну на, кину его. Вот там кто-то сидит. Зенитка, кстати, вот это самое интересное из того, что представлено. Взрыв красивый. Мы клабы не смотрим, ну что ж вы. Упала и будто растворилась в текстурках. Шурик-мурик. Thank you.
боекомплект закончен. Ну ничего, рядом точка B. Блин, а на точке-то там сидят хлопцы. Желать лучшего. Я, конечно, понимаю, что я сражался как Рэмбо из фильмов. То есть выпуливал непонятно куда. Но там Рэмбо-то хоть попадал. Ему хотя бы сценарист прописывал, что он убивает сотни людей. Но вот у меня нет такого сценариста. Дальше играть, но уже остальное не под запись. Всем спасибо. Пока-пока.